Всего несколько десятилетий назад наши люди получили возможность круглогодично покупать свежие и при этом богатые витаминами зелень, ягоды и овощи. Тепличное освещение. Год назад засветилась миллионная световая точка из многомиллионной армии светильников, выпущенных на одном из заводов Международной светотехнической корпорации BOOS Lighting Group. Все ноу-хау в области технологий тщательно учитываются при создании светильников. BOOS Lighting Group занимает лидирующие позиции в производстве светотехнической продукции для отечественного агропромышленного комплекса, для освещения промышленных и селекционных теплиц, для зимних садов и оранжерей, для выращивания овощных, салатных, цветочных и других культур. Коллектив корпорации ведет фундаментальные научные исследования в области светокультуры растений и уже производит несколько серий высокоэффективных облучателей для теплиц на основе светоизлучающих диодов.